Вас куда, до аэропорта надо довезти или что? А? До аэропорта просят довезти. Ничего смешного. Очень часто стал обращать внимание, что у меня вот тут вот все мокрое, вот все мокрое, вот шланг мокрый. И вот здесь рукой провожу, оп, и вот он подтек. И вот я думал, что у меня тут проблема с этим соединением. Я тут три хомута, как только не выкручивался, и герметик ставил, и фум-ленту ставил, и там вот, ребро вот это вот счищал, его чистил, шлифовал. Нет, все равно все течет. И думаю, блин, что ж такое-то вообще? Потом случайно его решил сдернуть. Хоп. И обращаю внимание. Вот она одна трещина. А вот она вторая трещина. То есть бачок-то лопнутый. И вот это все стекает, течет туда. Ну и вот он. Результат. Короче, это к тому, что пришло время его все-таки заменить. Поставлю сюда от более современного УАЗика. Поэтому сейчас мы вот этот кронштейн снимем и сольем антифриз до определенного уровня. Открутим шланги и будем менять. Для данной процедуры был приобретен вот такой вот набор, комплект замены расширительного бачка. Вот бачок, вот к нему кронштейн. Тут немножко каких-то болтиков. Ко всему прочему, я на всякий случай приобрел крышечку. Еще в этом комплекте шел вот такой вот замечательный шланг. Честно говоря, даже не знаю, куда его буду использовать. Вот, скорее всего, я буду использовать вот этот шланг. Вот. И, соответственно, на вот эти вот два штуцера я буду использовать вот такой вот шланг. О, а это пришел товарищ полковник, он тут заведует агрономами. Вот, сейчас мы к нему пойдем. Так, первое, что мы сделали, это слили жидкость вот таким макаром. Поставили кронштейн. Соответственно, там какие-то узлы я вон смазал литольчиком. Да все узлы и все болтики я всегда смазываю. Вон даже ниже видно. Они такие жирные. Вот. Так, сейчас будем бачок прикручивать. Настолько сильно прикипел этот шланг к штуцеру, что я бы что бы ни делал, он сниматься не хочет. Поэтому, наверное, будем мы его сейчас вот так вот разрезать, раскрывать и снимать. А то, блин, штуцер можем сломать. Так, вот мы и победили патрубки. Отсюда сдернули. Отсюда сдернули. Отсюда. Ну и тут, соответственно, их не стоит. Сейчас будем примерять новые и по размеру отрезать, чтобы они нигде ни обо что не терлись. Погнали. Короче, в процессе ремонта обнаружил, что у меня шланги на абсорбере где-то. А, вон. Вон, видите, там внутри свет падает. Это маленький, а вот большой. О. Так вот, тоже
слава богу, у меня оставался еще шланг, и заменил вот этот и вот этот вот. Сейчас еще большие два хомута сюда поставим, а будем жидкость заливать, ну и смотреть, как это все работает. Вот. В общем, осталось вот такое количество шлангов у меня, патрубков. Ну, я их выкидывать не буду, я на всякий случай их оставлю, потому что, ну, все возможно, для чего-нибудь пригодится. Потому что у меня там еще комплект лежит. А, вот он. Но до него еще пока у меня руки не доходили заменить. Поэтому будем ждать очередного ремонта. И тогда уже будем менять вот эту сторону. Короче, те патрубки откуда-то отсюда. Так, все прикрутили. Даже жидкость налили. Видно, что вот она прячется. Просто она чуть под наклоном стоит. Сейчас заведем, посмотрим, как она работать будет. Все прогрел, нигде не капает, ничего. Отлично. Просто у меня левая сторона автомобиля, ну, если с моей стороны смотреть или с вашей, то правая сторона, да, получается. Так вот, она вся с такими интересными патрубками, и только эта сторона. Так, а здесь что у нас такое? Тоже какая-то трещина непонятная. Надо будет со временем и этот шланг поменять. Ну, потихонечку автомобиль становится быть похожим на нормальный автомобиль. Не могу понять, течет у меня там, не течет. Вроде бачок уже поменял. Не знаю. Вас куда, до аэропорта надо довезти или что? А? До аэропорта просят довезти. Ничего смешного.